So I am very happy now that we have time to open up the floor for questions, but also for comments and for experiences from people who have things to add to this debate, as well as things to perhaps learn from the speakers that have already spoken in this debate. So please, I'm very pleased if you would take the floor. Thank you. If you could introduce yourself as well when you speak, that would be great. Я представляю неправительственную организацию «Раскеляс по мировой семьи». Я хотела добавить следующее. Последние 3-4 года службы госавтоинспекции начали принимать женщин. Такой резонанс был сумасшедший. То есть они говорили, что это невозможно, это не для женщин. И вы знаете, очень многие мужчины рассказывали такие истории, что я никогда в жизни, никогда женщин не умоляла, но мне пришлось сегодня умолять вот эту женщину, которая останавливала меня и не выдавала мои права. И вот я первый раз в жизни умоляла женщину, чтобы она отдала эти права. Ну и ситуация меняется. Вы знаете, последний уже 2004 год уже мужчины уже обратно говорят. Они говорят, что, ой, вы знаете, оказывается, женщины, они принципиальны. То есть они соблюдают права, чем мужчины. То есть с женщинами не договоришься, а с мужчинами легче договориться. Лишь. Вы знаете, вот сейчас мы пример приводим, очень такой хороший пример, и мы думаем, что если мы начнем эту компанию, то мы возьмем примеры Украины, соответственно, и попросим вас помощи, какие инструменты вы использовали, работу с товарами-дарями. Спасибо. Thank you very much. Thank you. So, are there other colleagues who would like to raise points from the floor or make a point? Yes, please. Здравствуйте. Меня зовут Узата Сержанна, я из Казахстана. Казахстанская феминистская инициатива. Вот предыдущие коллеги, у которых была до этого из Кыргызстана, хотела бы немножко комментировать в требовании равных прав женщин, не идти по пути, когда мы идем на какие-то вот хитрости, что женщины они лучше по каким-то качествам, поэтому им нужно предоставлять права, а просто надо предоставлять равные права только потому, что так должно быть, что дискриминация, она не должна быть по признаку гендера, и мы должны это помнить, и я бы хотела предупредить и попросить своих коллег это всегда помнить и не идти на такие уступки, когда мы просим, что вот женщины меньше террористки, женщины меньше нарушители, женщины меньше, коррупционеры и так далее и тому подобное. То есть, дискриминация она не должна быть. И все, вот на этом точку ставим. Я абсолютно вас поддерживаю и хочу сказать, что параллельно, когда мы работали над программой ликвидации этого приказа, это большая программа, которая называется «50% успеха страны – это женщины», которая говорит о том, что женщины – такая же половина в стране, как и мужчин, поэтому одинаковые должны быть права во всем. И естественно, что вот эти движения, они шли параллельно, и это очень помогало, потому что ликвидация профессии, потому что ты женщина, это абсолютно неправильно, я вас очень поддерживаю. Мы одинаковые, и мы такой же 50% успеха страны, как и мужчин. И только таким путем, только таким. Thank you. And I'm just looking to others from the floor who might want to speak and to talk about, as I say, your experiences or have questions for our speakers as well, or indeed for me as a parliamentarian. Thank you. Thank you very much. My name is Shamla Ismail. I'm from Women's Association for Rational Development based in Azerbaijan. I've been working as a human rights defender for almost 2 decades. And I was participating personally under the recent review of Azerbaijan at UN Syria Committee. That was in February 2015.
and the recommendations which were developed by the UN Central Committee, which are binding for the government of Azerbaijan. They are 74 in number, and they cover 17 areas of concern. And at that time, I was not very well aware of this focus of the issue, and I'm so happy now to see, to get empowered by this campaign, and to have the motivation to include further in our shadow report that in Azerbaijan we also have this list of banned professions, which are about 400 in number, and they cover 38 areas of job, which means that it's just really, really very big and discriminative list. So I therefore encourage all my colleagues from the human rights community to put more focus on this issue. Those really big awareness raising efforts standing behind that. Thank you. Thank you very much. Yes, please. Hi, Евгения Луценко, Киев, Украина. Я хочу добавить к тому, что в нашей компании еще очень большую роль сыграли средства массовой информации. Как только мы вот сделали видимой эту проблему, благодаря в том числе и членам парламента, и общественным организациям, очень много обращались к нам, вот, ко мне лично, с просьбой дать интервью, заказывали статьи, я писала в журналы, ну, это гендерно-ориентированные журналы, писала статьи. Я не ожидала, что так вот у нас все гладко и быстро пройдет. Работы еще, конечно, впереди очень много. Не совсем гладко. Да, это еще и надо, и, во-первых, люди не знают, по большому счету, люди не знают о том, что список ликвидирован, поэтому надо делать промоушен такой этой темы. Во-вторых, еще нужно менять и в трудовом кодексе, и денонсации, то, о чем я не буду повторяться. То есть работы еще, конечно, в этом плане очень много. Спасибо. Стефания, please. Я тогда продолжу по-русски, потому что все выступали сейчас на русском языке. Нужно, конечно, бороться со сложившимися стереотипами, потому что за то время, что столько лет профессия машиниста метро была запрещена, и все видели, уже в больших городах, где есть метро, эти надписи, что приглашаем на работу мужчин. За столько лет сформировалось мнение и у самих женщин, которые не ищут теперь эту работу, даже если их интересует вообще-то какая-то такая работа, и у работодателей, я не знаю, отцов семейств, которые формируют, может быть, мнение детей. Мы должны понимать, что тут нужны дополнительные усилия. В целом я совершенно согласна, что да, мужчины и женщины во всем равны, но иногда нужны дополнительные усилия, чтобы преодолеть сложившуюся какую-то правовую яму, в которую люди уже попадают, даже когда, допустим, она уже объявлена не ямой. Поэтому я хотела бы попросить, можно показать нашу обложку пряника? Обложка для печенья была мною куплена случайно в Киеве, и на ней изображены 16 профессионалов. Не знаю, насколько вам хорошо видно, но это на тему профессии. Детям предлагается собрать всю коллекцию. Очень милый такой экологический проект в целом. Но каково было мое удивление, когда рассмотрели эти 16 фигурок, я поняла, что из них только 3 женские фигурки. И эти 3 фигурки очень символичны. Одна из них – это балерина, одна из них – это учительница, а третья – довольно неожиданно мама, что, видимо, признана профессией в этой истории. А остальные, все, включая даже повара, кондитера, видите, менеджера, музыканта, художника, пожарного и вот говоря, ГАИ или ГИБДД, дорожного регулировщика, все это мужчины, и сразу видно, они пришли там столько. Поэтому я подумала о том, что это для маленьких детей, в том числе такая приманка, чтобы они покупали, коллекционировали. Вот мальчик, забирая такие пряники, понимает, что вот у него много дорог в жизни, а у сестрички нет. И девочка понимает, что если она вырастет большой, то у нее это будет либо украшать общество, танцевать в виде балерины, либо воспитывать детей в роли мамы или учителя. Все остальные профессии не для женщин. И я подумала о том, что да, мы добились в Украине изменения законодательства, но нам надо работать сознанием еще. Нам надо информировать людей и, более того, как-то менять взгляд на вещи. Потому что это имеется в виду прогрессивный экологический проект, который вот так все понял и так изобразил. То есть для нас есть эта проблема, и в тех странах, где удается добиться каких-то изменений,
у нас есть эта проблема работать с этой темой. Еще я хотела немножко прокомментировать то, что прозвучало слова Светланы Михайловны про Международную организацию труда, МОТ или ILO, что действительно есть конвенция, она устаревшая конвенция. В те времен, когда были другие технологии, труд в шахте был связан с огромным, видимо, риском смерти и другими вещами, которые сейчас все-таки лучше стали. И тогда конвенция была принята о том, что нежелательно труд женщин в шахтах. Во-первых, ее понимают сейчас расширительно. Мы знаем позицию правительства Азербайджана, которое этим объясняет все запреты, более 400. Мы знаем позицию по некоторым делам в России, где суд говорит о том, что женщины нельзя работать под землей, поэтому в метро нельзя работать. Хотя конвенция 30-х годов метро не касалась. Но самое главное, нужно поднимать вопрос о том, что эта конвенция устаревшая и которой значение не придается самими экспертами Международной организации труда, а придается им огромное значение конвенции гораздо более поздней, которая называется фундаментальная конвенция, запрещающая все формы гендерной дискриминации в труде. Более того, именно на основании фундаментальной конвенции, запрещающей все формы гендерной дискриминации, комитет экспертов МОД относительно недавно, несколько лет назад, сделал замечание Российской Федерации, рекомендовал отказаться от 456 запрещенных профессий. Я думаю, что просто комитет экспертов меньше знает о том, что это есть и в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, что это есть в Беларуси, к сожалению, Азербайджане, и до сих пор было это недавнее время не в Украине. Но факт тот, что позиция экспертов Международной организации труда резко негативна по отношению к этим запретам. И более того, они даже как бы сами рекомендуют денонсировать эту конвенцию устаревшую страну и принимать наоборот эту фундаментальную или выполнять, если она уже ратифицирована странами. Поэтому совершенно правильно Украина действует с точки зрения международного права и даже с точки зрения Международной организации труда, выходя из этой конвенции, что на самом деле можно рекомендовать и остальным странам нашего региона работать над этой темой и разъяснять, наверное, многим это не ясно, что та конвенция не соответствует современным взглядам, в том числе организации, специализирующихся на трудовых правах. Ну, если можно маленький комментарий, о чем говорила Стефания. Мы прекрасно понимаем, что все стереотипы, как мужчины и женщины, здесь и они закладываются в первую очередь из системы образования. Поэтому у нас принят закон о реформе образования, и в нем есть правка, моя правка, которая очень сложно проходила, но она прошла, то, что учащийся должен выйти со школы с 8 компетенциями, и одна из них – это гендерная компетенция. И это даст возможность нам, и дает сейчас возможность пересматривать учебники, программы для обучения учителей, для ориентации именно в гендерной компетенции образования. Сейчас готовится стратегия по гендерному образованию и просвещению. Она прошла уже в правительственный комитет, и я надеюсь, что она все-таки будет принята правительством, где прописаны конкретные шаги по внедрению, скажем, этих моментов. Спасибо. Thank you very much. And the idea that an ILO convention from 1935 is being used to disadvantage women rather than to advantage women is frankly shocking and the complete opposite of what the ILO as a rule intends to do, as you say, with the more fundamental anti-discrimination legislation. So it's a very good point, and I will certainly be taking it up with my trade union friends and colleagues in terms of the ILO position as well. But we still have some more time and more comments and questions as well. So first of all, конечно, премьер Украины вдохновляет. Я сама из Беларуси, не за свой гендерный маршрут. Мне кажется, что если получилось на Украине, то я с вами тоже согласна, что нужно работать на политическом уровне.
И сегодня в белорусском парламенте есть два альтернативных кандидата, одна из которых заявляет открытую о ее гендерной чувствительности, потому что у нас уже 20 лет есть гендерная государственная политика, которая, к сожалению, никакого отношения, например, к отмену списка запрещенных профессий не имеет. И у меня предложение к Стефане. Ну, раз уж все-таки получился такой отличный, можем ли мы вот этот ваш союз имплементировать, например, провести такой эксперимент и попробовать сходить к Ане Конопатской, которая сегодня в парламенте, которая заявляет о своей гендерной чувствительности, и предложить ей, ну, например, вот ваш опыт перенять. Хотя бы поговорить в нашем парламенте о том, что, потому что на самом деле даже комитет по ликвидации всех форм дискриминации женщин, он в Беларуси, в отличие от всех остальных стран, рекомендовал не убрать список запрещенных, а сократить. То есть вот некоторым странам убрать, а Беларуси сократить. Мне кажется, это тоже очень симптоматично. Понимаете, кому что рекомендуют, в зависимости от политической ситуации. Поэтому в этом смысле, мне кажется, такой, может быть, хороший такой ход был. Тем более она так заявляет о своей гендерной чувствительности. Но почему бы нет? Может быть. Спасибо. Сейчас. Just before Stefania responds, there's one more question, and then I'm very interested in it. Hello, my name is Aurora Mikhailova. I'm a feminist from St. Petersburg, Russia, and I also wanted to add something to the things that Stefania and Svetlana pointed out about encouragement and empowerment. And I want to say that we need to empower not only women, but men also, but in a different way. We need to empower them to be dads, to stay in families when their children are still babies. And I think we also need to adopt some legislation about this empowerment, and we have this experience here in Europe, I guess. In Sweden, for example, and I think that if this legislation would be adopted together, we could achieve much more results. Thank you. Thank you very much. I'll take one more and then return some specific questions to Stefania and other ones. Я председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» из Петербурга, России. Собственно, я хотела бы высказаться по поводу работы с обществом. Если даже твоя профессия не относится к запрещенным, женщины-профессионалы в России и во всем мире испытывают дискриминацию, когда они находятся в мужской аудитории. Женщины-правозащитницы не исключение. Я много раз чувствовала себя неловко, у меня создавалось ощущение, как будто я говорю, а меня не слышат, когда я выступала перед мужчинами-полицейскими, мужчинами-прокурорами, в общем, там, где традиционно находятся те профессии, где традиционно много мужчин. Собственно, русская лексика, лексика русского языка, она очень хорошо демонстрирует, когда общество приемлет женскую профессию, женщину в профессии, когда нет. Учитель, учительница, а врач-врачиха уже как-то вот не так звучит. Или же танцор, танцовщица звучит на слух, да, совершенно естественно. А инженер-инженерка уже как-то корежит слух. И это и как бы показывает, какие профессии согласны, какие профессии общество согласно пускать женщин. У меня вопрос прежде всего к Светлане, потому что очень многое зависит от того, как воспринимаются женщины в профессии, от законодателей. Законодатели, которые правильно формулируют правовое поле. Скажите, пожалуйста, вот когда вы работали над отменой этого списка, работали со своими коллегами-парламентариями, с какими партиями вам было проще работать? С какими партиями, каких политических взглядов придерживающихся? Были это социалисты, либо более там либеральные партии? То, что касается феминитивов как таковых, в Украине с феминитивами как раз все в порядке. У нас есть женские и мужские профессии, и какое отношение. Но это чисто языковая тема, и сейчас мы тоже это в Украине обсуждаем, чтобы их узаконить, скажем так, в пользование. Это то, что касается
феминитивов как таковых. То, что касается, как мы убеждаем своих однопартийцев и других, чтобы продвинуть женщин в политику, нам пришлось принять закон о квотировании на выборах 30% квоту для женщин в местные советы. Сейчас в первом чтении рассматривается точно такая же избирательный кодекс, где такая квота предусмотрена для выборов в высшие законодательные органы. Например, когда мы готовили в прошлом году до ратификации Стамбульскую конвенцию, нам удалось принять все законы, поправки в криминальный кодекс, то есть мы дошли до ратификации Стамбульской конвенции, но тем не менее мы ее не приняли в парламенте, потому что было большое сопротивление именно, скажем, партии патриархальной, которые проповедуют семейные ценности, православные какие-то вещи. Спасибо. Да, за этот вопрос от белорусской коллеги. Конечно, в Беларуси эту тему надо выносить. Я могу устроить встречу с Ханапасской. Да, обязательно примем участие. И надо выносить эту встречу, потому что в Беларуси реально есть люди, которые давно борются с этим списком и хотят работать. The comments or questions, if there are any other points. Oh, yeah, in terms of empowering men, we now have two men as well. So, start there. Добрый день. Сначала хочу всех поблагодарить за интересные презентации, а также за интересную дискуссию коллежанок и коллег. У меня вопрос. Во время презентации начальной было очень много фотографий из Кыргызстана, из марша. Наша известная образовательница Талюкан Исмаилова выступала на конференции ОБСЕ. У меня в связи с этим такой вопрос, как процесс адвокатирования продвигался на уровне лиц, принимающих решения, а также как гендерные организации были вовлечены в процесс All jobs for all women in Kyrgyzstan. Наша работа в целом в Центральной Азии, Кыргызстане, Казахстане только начинается в этой сфере. Мы надеемся, что и в Кыргызстане, и Казахстане как-то этот искры какой-то разгорится дискуссия, и кое-какие материалы в СМИ в обеих странах уже были, кое-какие реакции. Это же тоже огромный способ, даже там очень закрыта власть, выйти на реакцию власти, когда начинаются вопросы журналисты. Получены, я надеюсь, что это дело, наверное, в следующем втором году кампании привлечет больше внимания. Буду очень благодарна, если у вас найдутся возможности как-то распространить эту информацию тоже. У меня, скорее всего, комментарии. В целом, я тоже благодарен за встречу, которая была устроена. Спасибо большое спикеркам за ваше выступление. И очень важно это в свете того, что в современном мире до сих пор встречаются ситуации, когда трансгендерных женщин и женщин с инвалидностью стерилизуют без их желания и ведома. В нашем современном мире, когда женщин-лесбиянок не дают им работать и либо отказывают в образовании только на основе их сексуальной ориентации или экспрессии. И когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда отказывают то есть как бы это вопрос очень широкий, дискриминация, которая встречается. И в связи с этим действительно те два дня, которые мы провели и говорили о дискриминации на абсолютно разных уровнях, которые встречают абсолютно разные люди из разных сообществ. Это действительно было важно. И я просто хочу выразить свою благодарность за инициацию данного дела. Спасибо. Thank you. Any further comment or question? Yes, please. Меня зовут Ольга Абраменко, я работаю в Ладоце Мемориал. Я бы хотела сделать небольшой комментарий на тему именно европейского контекста и работы структур Евросоюза в странах бывшего Советского Союза, в странах, в частности, Центральной Азии. Идет финансирование больших проектов. Евросоюз присутствует в наших странах, нашего региона. И хотелось бы, чтобы и в повестку Европейской комиссии и Европейского Союза в каких-то переговорах или каких-то еще коммуникациях с
странами бывшего СССР, тоже включались эти вопросы. Потому что, как мы видим по опыту Украины, это можно изменить. Это вопрос чувствительный, но не настолько, чтобы наши страны за него так сильно держались. Потому что я думаю, что именно в контексте отношений наших стран с Евросоюзом это довольно перспективно. Спасибо. Thank you. A very good question that we, I think, need to pay much more attention to in relation to the EU perspective. It is always there in some parts, so that gender is always an aspect of what is done through the European Union programmes, but some of us, me included, think that there is a lot more that could be done through European Union working on the issue of gender. Again, that's why I'm so grateful for this having been raised as a specific issue, but it goes to the point that was made just before you in terms of the broader discrimination issues and the depth of work that we need to do. But actually there was a question specifically in relation, directly to Stefania as well. So. Спасибо. Что касается поднятой вами темы ЛГБТИ женщин, то, конечно, да, это часто и двойная дискриминация, и которую мы с вами смотрели ролик «Печатник-печатница», да, о человеке, который работал более 12 лет и в связи с сменой паспортных данных на женский пол она потеряла работу. Конечно, мы видим тут на эту такую трансдискриминацию. То есть это они формально уволили как женщину, соответственно, обжаловать тут можно именно гендерную дискриминацию, дискриминацию по признаку пола, но, разумеется, это видно из интервью, была фобия и в связи с тем, что женщина это. Это было плохо воспринято после смены паспортных данных. И, разумеется, да, в трудовой сфере, как и во многих других, огромные проблемы. В Российской Федерации, да, в многих странах практически невозможно работать в педагогической сфере, хотя как раз многие люди, ну, это огромная сфера, многих людей очень привлекает она, но из-за того, что запрещена так называемая вот какая-то пропаганда традиционных отношений, то те, кого только заподозрят в чем-то, вытесняются из педагогической сферы, есть ряд интересных уже судебных дел, когда женщина разместила в социальной сети какую-то фотографию в обнимку другой женщины и была выгнана из школы, где очень успешно и была нужна детям. Есть другие такие случаи, именно нарушения трудовых прав педагогов и всего, что связано со сферой детства, это могут быть детские врачи. То есть это тоже огромный, конечно, пласт, о котором необходимо говорить, когда мы говорим о трудовых правах и дискриминации. Thank you. So we are coming shortly to the end, but I do want to make sure that all contributions from yourselves are part of this debate as well as any questions that you have for any of us. So were there any other comments or questions, please? A lot of people misunderstand the problem of gender discrimination because the gender discrimination is not something that happens with a girl or a woman when she wants to apply for some job. It happens to us during the whole our life, during the period when we are brought up, during the ways the society treats us. And this point, the application moment, is just one moment. It does not say anything about the discrimination in general. Well, I think you found a very interesting event. Я хочу просто сказать о том, что ведь дискриминация это же не только, скажем, остаток какого-то постсоветского или это только у нас. Это мировые тенденции, которые есть во всем мире в той или иной мере. И как бы, ну да, каждая 5 копеек они тоже как бы решают проблему. Цель нашей компании – отменить запреты для женщин, чтобы не было никаких запрещенных для женщин профессий. Безусловно, мы не решим одновременно всех проблем сразу. Но вот если все страны, где существует вот эта старая советская норма о запрещенных профессиях для женщин,
они откажутся, изменят законодательство, лучше того в антидискриминационном плане, то я считаю, что цель этой кампании будет достигнута. Другое дело, что цель эту можно считать, наверное, промежуточной, потому что да, нужно не только отменить запреты, но и открыть доступ ко всем видам работ для всех желающих. Если мужчина хочет работать с мамой, если женщина хочет работать в какой-то, может быть, действительно трудной для женщин некоторых профессий, как говорила сотрудница МЧС, что есть, наверное, женщина, которым эта работа трудна, ей посильно, есть мужчина, которым эта работа трудна, то тогда уже не важен мне, по крайней мере, процент. Вот, наверное, да, в политике, в управлении тут очень важен какой-то паритет. А процент женщин, тушащих пожар, пусть будет тот, сколько женщин желает и умеет это делать. Я думаю, это будет достаточно. Thank you. It falls to me to say the thank yous to colleagues for being here this afternoon and for taking part in this event. I think Svetlana very rightly made the point that discrimination is not just a post-Soviet issue. We all, in all countries, are dealing with discrimination issues of varying degrees and varying kinds and against varying groups in different ways that we still have to fight and still are dealing with. And actually, I think you were saying about Russian and the word endings and the discriminatory context of language. Well, actually in France, that is a big debate at the moment because they have the same problem. They have gender differences and word endings, and they have a very structured, regulated language, and it's now in the kind of College of Language, well, I can't remember the exact name of the body, the determinant of French, precisely because that has become a campaign in France over the last 12 months to change the gender, the very gendered endings of words. There are very few female endings to professional words in France either. And I think the point you made as well about empowering men, that if we don't make men part of this conversation, it's making them carers, making them having equal responsibility in the home, but also making them part of this conversation. Which we are very grateful that you are, in terms of, we all own this issue, because actually it is about our societies, and it's about the type of society we live in and the voids that we have to deal with. We can't, we need women to be as involved in these jobs as men, because certainly in EU member states, we've got real labour shortages. We've got real shortages in STEM, in science, technology, engineering, mathematics areas. And one of the reasons we have is the point that we're talking about here and that you have already made, which is you can't be what you can't see. And people don't see women in these roles, and therefore young girls who see the role of hairdresser or a carer in your gingerbread cakes, they see that stereotyping that happens from birth, from preschool, into school, then the assumptions keep going through until we take positive action to mean that women are in the roles, all roles, then we're not going to win this argument around that. So it neatly brings me back to the point of this afternoon, which we have this very real issue itself as a very particular example to deal with and to deal with in whatever ways we can in supporting the ending of any gender discrimination in professions. But also, my immediate answer is my answer at the end to when do we say we've done our job and we can all go home? And the answer is not
for a very long time yet on all the evidence in front of us. But the concluding remark is, it may be a long journey. And we've seen from the case studies, we've seen from the work that's happening everywhere, that it is a long journey and it does require perseverance. But we all know it's the right thing. And we all know that the outcomes are worth delivering. So whilst we're still on a long journey, we're in very good company, as we've seen this afternoon, and we will continue to stand our ground and fight for the rights of women. And thank you very much. Thank you for being here this afternoon.